Юные макеевчане будут учиться в новых компьютерных классах. Югра обеспечила необходимой техникой 35 школ. Каждый класс будет оборудован компьютерами, интерактивными досками, проекторами и многофункциональными устройствами. Напомню, округ заключил с Макеевкой соглашение о сотрудничестве. Благодаря этому документу жители города в Донецкой Народной Республике получают всестороннюю помощь и поддержку от югорчан. Так, для оборудования компьютерных классов в Макеевку закупили 560 мониторов, столько же клавиатур и мышек, а также 35 проекторов и столько же интерактивных досок. Дети будут учиться уже на современном оборудовании и выпускаться со школ технически подкованными и готовыми к жизни, потому что у нас наша жизнь – это сейчас интерактивность, это компьютеры, это соцсети и все остальное. То есть дети будут этому учиться и будут готовы. Сегодня для нас радостное событие происходит. Мы продолжаем получать компьютерную технику для наших школ. Благодаря усилиям Ханты-Мансийского автономного округа, в частности губернатора, в этом году до 1 сентября мы получим 35 компьютерных классов. Для каждой школы 35 мультимедийных досок. У нас в городе только в 8 школах есть из 69 мультимедийные доски. Это для нас большое приобретение будет.